К Дню Победы в областном драматическом театре готовится премьера. Новая постановка режиссера Юрия Ардышева называется «Не покидай меня». А тебе лишь молюсь, а тебе об одном лишь мечтаю. Разведчицы – вчерашние школьницы и их командир, которым предстоит выполнить секретную операцию в тылу врага. Новая постановка театра о девушках, которые добровольцами отправлялись на фронт. Особо проникновенной делает эту историю тот факт, что она основана на реальных событиях. У войны же не женское лицо, и представляете, там мужикам на войне тяжело, а женщинам и подавно. И тем не менее, то есть подвиг, который совершили женщины в годы Великой Отечественной войны, он приобретает особый какой-то мистический смысл, потому что это высшее, что может быть вообще в самопожертвовании в человеческом. Это женский подвиг на войне. На войне люди не только сражались, даже в самых сложных ситуациях находилось место и для шутки. Вы женское отделение батальона связи, понятно? Понятно, Жопс. Что? Женское отделение батальона связи, сокращенно Жопс. К пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева режиссер Юрий Ардышев обращается не первый раз. Он уже ставил спектакль в театре на Таганке, но кировчане увидели вовсе не перенос, а новую версию баллады «Не покидай меня» – одну из самых ярких и пронзительных историй о любви, самопожертвовании и мужестве на войне. Не случайно премьера собрала так много зрителей. Нужно помнить о всех этих временах, что люди все это сделали не зря, что все-таки мы живем благодаря им, и нужно это помнить. У нас в России, в каждой семье есть, в общем-то, наши прадеды, деды, которые воевали. И поэтому все равно вот эта тема близка сейчас, в преддверии Победы, все об этом говорят. И, в общем-то, хочется вот как-то тоже проникнуться этим праздником, тоже почувствовать себя, в общем-то, в гуще событий. Милана Поварницына, Денис Тружков, Вести, Кировская область.